не так, 52. Привет, Питер! Меня зовут Фрэнк Этап, 52 NGG, рад быть здесь. Ай. Чтобы построить себе домик где-нибудь в СНТ. Хочу собаку с Стаффорда выходить утром к реке. Пить кофе с кружки, что купил на смешную ЗП. Завод будил, я не мечтал о сцене, хотелось есть. Взял с собой пару к цеху, по все подъехал клиент. Я одинокий, в поиске что угодно, чтобы хоть как-то двинуться в город с пустой берлоги. Мы скоро к нам приедем, со мной всегда был кореш. Он один из тех, кто верил, что наш рэп нас там. Я переехал и на блоке появился твердый. Первые дропы на площадке, я прославил свой корнер. 52 было давненько, на хате съемной. Протил одних и тех же шмотков каждую руку. Напомнить молодость, чтобы было что вспомнить. Сидел дома, как я сказал, мне нужен свой домик. Не нуждаюсь в кэше, но он нужен тебе. И чтобы построить себе домик где-нибудь в СНТ. Хочу собаку Стаффорда выходить утром к реке. Пить кофе с кружки, что купил на смешную ЗП. Привет, Питер, еще раз, родные, это 52. Честно, приехал с Васильевского острова, со своего дома сюда. Я немного шокирован, как нас много, как вас много. Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех выпускников. Ребята, успехов вам, удачи. Давайте аплодисменты вам. Сейчас рэпа прочитаем еще. А есть звукорежиссер, сделай мне, пожалуйста, музыку погромче, чуть-чуть в ушах, что-то все сбились, настройки. Очень голос громкий, а музыка тихо. Поехали, Кеба.